А как... это видео? Да, какая молодежь в Бурятии? А, так, сейчас скажу. Ну, сейчас такая молодежь пошла, что все хотят уехать за границу, там жить, учиться. Вот. А кто остался в Улан-Удэ, они в основном жалуются, что здесь скучно, и в основном сидят дома. Ну, мои одноклассники сейчас все на машинах ездят, все выходят гулять только вечером, ночью. То есть как бы днем они спят, а ночью гуляют вот так вот. Когда мы маленькие были, ну, в школе еще, мы только днем гуляли. Вот, все мечтали поехать куда-нибудь далеко. Вот. Ну, сейчас так общаемся с одноклассниками, уже как взрослые ездим сами на Щучку, на Байкал, отдыхаем. Вот. Ну вот, как бы сказать, с другими я не общаюсь сильно, только с одноклассниками своими. А вот на Тайване молодежь, ну, то есть буряты, с которыми я учусь. Ну, мы тоже так, как сказать, гулять любим, на пляже, ну, как сказать, сессию еле-еле сдаем, вот так вот делаем.